С добрым утром, малыши! Привет, девочки и мальчики! Сегодня, Каркуша, мы с тобой отправимся на рыбалку. Что? Как это? Меня никто не предупредил. Я не могу ехать на рыбалку в таком красивом платье. Каркуша, подожди. Ты не дала мне договорить. Рыбалка будет здесь, вот прям тут, в нашей студии. Ой, ничего не понимаю. Тут ни пруда, ни речки, ни рыбы. Да, все верно, так и должно быть. Как это? Дело в том, что нам пришло письмо от зрителя Артема. Он очень любит проводить время с удочкой на речке, но не хочет ждать следующего лета. Просит помочь. И как же мы поможем? Вернем лето, что ли? Что-то, мы сделаем игру, которая так и называется «Рыбалка». Идея мне нравится. Давай попробуем. Так, что для этого нужно? Сейчас вернусь. Так, нам пригодится... Ага, вот эта палочка. Так. Так. Нет, это не надо. Нитки я возьму. Так. Ага, клейкая лента. Ой, все даже не помещается в руках. Секундочку. Так. Вот ага. Это. Так, и скрепки. Ну что, набор не хитрый. Итак, нам понадобятся вот такие цветные крышки, пушистая проволока, палочка, скрепка. Я взял несколько на выбор. Толстая нитка, изолента и ножницы. Набор не хитрый. Да, все нашлось на нашей полке выручайки. Так, с чего начнем? Начнем с рыбок. Точнее, с того, что будет выполнять их роль. Это будут цветные крышки. В них нужно продеть пушистую проволоку. Вот таким образом. Раз. И скрутить с обратной стороны, чтобы сверху осталась петелька. Кажется, я догадываюсь, для чего это. Это чтобы крючком зацепить. Точно! Молодец, Каркуша. А мы прямо сейчас как раз перейдем к удочке. Здесь тоже все очень-очень просто. Я думаю, что к этой палочке мы привяжем толстую ниточку, а к толстой ниточке скрепочку. Все так, Каркуша. Только нитку к палочке не привяжем, а примотаем изолентой. Так будет намного симпатичнее. Так, я... прикрепляю ниточку. Да. Так, отрезаем лишнее. Что дальше? Вот такой длины достаточно для удочки, Каркуша, как думаешь? Я думаю, покороче. Вот так? Да. Хорошо. Отрезаю. Ниточка нам больше не нужна. Да. Осталось совсем чуть-чуть. Угу. Выбрать скрепку. Да. Какую каркушу ты хочешь взять? Есть блестящая, есть зеленая, синяя. Давай блестящую. Хорошо. Разгибаем скрепку. Так. И привязываем к веревочке. Рыбалка уже совсем скоро. А какую рыбу можно поймать на удочку в нашей стране, а? Хороший вопрос, Каркуша. Думаю, об этом лучше спросить профессора. Хорошо. Россия очень богата реками и озерами. А они, в свою очередь, рыбы. Самая простая и распространенная снасть для рыбака, конечно же, удочка. На удочку в средней полосе России можно ловить окуня, карася, леща и плотву. В Сибири, на Дальнем Востоке, хариуса и сига. А на Черном море барабульку, кефаль и ставриду. Конечно, это не полный список. Одевайтесь потеплее и отправляйтесь с родителями к ближайшему водоему на рыбалку. Интересно, какую рыбу удастся поймать вам? Ребята, пока вы слушали профессора, мы с Каркушей сделали еще несколько рыбок и готовы показать вам, как играть в рыбалку.
Каркуша, это очень просто и весело. Ага. Ну, давай. Задача крючком с крепкой подцепить петельку на рыбке. Вот так. Ну? Так. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Ну, не с первого раза. Ага. Главное во время рыбалки это терпение. Ой. Что ж такое? И оп. Нет. И оп. Так-так-так, еще чуть-чуть, еще немножко. Давай-давай-давай-давай-давай. И... Нет, не получается. Может быть, другую рыбку попробовать? И раз. Раз. Ой, как здорово, Сережа! Хочу заметить, это не только развлечение. Такая игра развивает координацию и пространственное мышление. Значит, играть в нее очень полезно. Спасибо, что взял сегодня с собой на рыбалку. Пожалуйста, Каркуша. Ребята, вы тоже присоединяйтесь. Вам точно понравится. Так, еще одну рыбку я поймал. Ура! Кстати, если у вас нет такого контейнера, можно играть в любом тазу, большой миске. И даже в ванной. Точно. Ну, а у нас на этом все. Следите за выпусками мастерской и присылайте фото своих работ. Адрес внизу экрана. Увидимся на канале «Карусель». Ну, давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Ну, давай, давай, давай. Чуть-чуть. Еее! Ура! Оп, хороший улов. Да.